Бачиш, що я з тебе не зняв. Отойдите, пожалуйста, в сторону. Почему в эту сторону будет дерево падать? На машину можно оставить? Можно на машину. Отойдите, пожалуйста. Вы понимаете, вы вот из города забираете. Отойдите. Ой, каким методом ты как раз отойдешь? Отойдешь дальше, будешь спокойно снимать. Можешь снимать, если не лезешь. Чего ты в камеру лезешь? Славы хочешь? Славы, да. Я вижу. Красивый я на камеру. Красивый. Вы все красивые. Пишем каждую неделю, пишем, каждый день. Прокуратуры везде обращались, пустили обратно опять на вашу отделение. Мы проведем проверку служебную, что здесь, сколько вызовов было, из какого числа. Вызовы начинаются. Я понял вас. Руками, ну представь, ну что ты делаешь? Давай я помогу тебе заснять. Снимай. Мою спину. Жековский затылок. Да. Давай, Вася, я тебе в камеру поулыбаюсь. Я расскажу там что-нибудь тебе. Интервью дам. Как в жизни бывает хорошо. Особенно с тобой, когда ты рядом стоишь. Можно
разработки хоть будет, да? О. Я вас не могу понять. Я вас не спрашивала ваше имя, отчество. Я, товарищ сказал вас, что вы здесь охраняете вы общественный кто? Порядок. Чего вы меня снимаете? Назовите, я имею право. Назовите себя, пожалуйста. А что вы? А кто вообще сюда пришли? Кто его нарушает, общественный порядок? Вот вы мне объясните, если вы не можете это сказать... Это территория района, а я тут хорошо. Работаю. Если вы не можете сказать, есть у них разрешение на вырубку или нет, откуда они, кто им дал полномочия здесь вырубать? Это лично Терехов руководил. Это не нарушение общественного порядка? Для чего вы тогда сюда пришли? Вот вы мне, как жительница Харькова, такой глупый и непонятливый, объясните. Я сюда приехал, я не пришел. Приехали, тем более. Территория района, а я замначальника по общественной безопасности. Так, и кто нарушает вот сейчас уничтожена общественной собственности. Так. На очень круглую сумму. Вы написали заявление по данному факту? А какое здесь событие? Вы обличены Андрей, властью. Я правильно вас назвал? Вы обличены властью. Я вас правильно назвал? Обличены властью. Скажите, я вас правильно назвал? Андрей останавливать да? преступление. Вы обличены написали властью. Заявление о преступлении? Я написал заявление. Мы разбираемся. Еще а пока вы разбираетесь, лес пусть вырубают, да? Почему я сейчас вы понимаю? Мне запрещаете вырубать деревья? Мне ничего не выгодно. Вам нет, одна... конечно, вы мелкая сошка. Вот это вы мелкая сошка, вы не для себя. Вы спокойно работали. Работали? Я не мелкая сошка. Я житель этого города. Ты не работаешь, ты преступление совершил. Что вам на этот парк не помогает? Я его хочу привести в порядок, чтобы мои дети гуляли это по нормальному порядку. Пустыню превратить. Вот так вот сквозь вырубать. Же вообще ничего не было. Садись, ну слышь, ты зло, чего проехала за 500 рублей сюда? Иди вообще. Не хами. Ты думаешь, я не знаю откуда, тетя? Я тебя узнал. Прошу. Товарищ подполковник. Вы готовы написать заявление? Да, готовы. Установите, пожалуйста, личность этого гражданина. Он оскорбляет сегодня целый день. Товарищ подполковник. Так как вы оскорбляете, никто не оскорбляет. Дядя в трусах меня снимает, я пресс-конференции не даю. Отвечаю на вопросы, а вы на вопросы не отвечаете. Я не даю пресс-конференции, я не уполномоченная. Да, но вы уполномоченная отвечать на вопросы граждан. Отдам все, приезжайте к нам на прием граждан в райотдел, улица Толбухина, 103. И мы будем вас принимать и отвечать на вопросы. Так зачем мне туда приезжать, когда вот вы, а если тут будут убивать кого-то или насиловать, вы тоже по заявлению будете отвечать? Я не даю пресс-конференции. Сейчас совершается преступление, которое невыполнимое. Я должен вам проводить юридические какие-то ликбезы. Сейчас совершается преступление невосполнимое, потому что деревьям этим расти 100 лет. Вы по этому поводу написали заявление. Мы разбираем. Они продолжают рубить. Вы должны частно видеть проверить этих документов. Ось воно, покращення життя вже сьогодні. Реконструкція парка Горького йде повним ходом. Понимаешь, ты ему расскажешь какие-то там бабушки, какие-то зубы. Понимаешь, время. Испортила ты.